В Донецке под артиллерийским обстрелом со стороны украинских силовиков вновь оказались жилые кварталы. Все произошло минувшей ночью, когда люди спали. Удар пришелся по Куйбышевскому району. Прямые попадания в детский сад и многоэтажки. Серьезно повреждены 8 домов. Ряд квартир полностью разрушен. В стенах и потолке огромные дыры. Только чудом обошлось без жертв. Люди с просонья вскакивали с кровати. И кто в чем был, укрывались в подвалах и подъездах. Многие до сих пор не могут прийти в себя. Мы спали в то время, как ахнуло, в той спальне меня сдуло ветром с этого самого кровати. Я выскочил, присел, и они постоянно бьют и бьют. Второй раз квартиру разбила. Пол первого ночи. Стекол нет, балкона нет. Спасибо, девочка. Ничего нет. Если ты сам не почувствуешь на себе, на своей шкуре, то, я не знаю, тут слов нет, чтобы рассказать. Просто нет. Это настолько страшно, что врагу пожелаешь. На место прибыли представители ОБСЕ и совместного центра по контролю за прекращением огня. По данным ополченцев, стрельба велась предположительно из 122-миллиметровых гаубиц. Стреляют и по Луганской Народной Республике. Только за прошедшую неделю насчитали 200 атак со стороны украинских военных.